Лошади соседа, хомут не свой, погоняя не стой, дороги Кунгурского района порой бороздят транспортные средства непонятного происхождения, управляемые людьми, которые не имеют на это никаких прав. Причем один из кунгуряков в течение ближайших 100 лет. Как говорят в полиции, гражданин-водитель заслужил. В основном это было вождение в нетрезвом состоянии, санкция, которая применялась к нему, лишение права управления от 18 до 24 месяцев. В период с 2005 по 2007 год данный водитель совершил 53 правонарушения, за которые был лишен права управления. 53 правонарушения совершены на ГАЗ-53. Гражданин и сейчас упорно ездит на нем без водительского удостоверения. Чаще всего мужчина появляется на колхозном рынке, где продает дрова или щебень. Сегодня машина стоит у дома, водитель ушел куда-то пешком. На пороге съемочную группу встретила мать, которая, по словам сотрудников ДПС, и является владелицей автомобиля. Женщина сказала, что сын давно уже не живет дома, а удерживать его от незаконных поездок она не может. Да он не маленький ребенок, не отберут его. То есть он сам решает, ехать, не ехать, да? Наверное, сам. Ну, вы как, считаете, правильно это делает, что ездит без прав? Ну, без прав, конечно, неправильно. Стражи порядка признаются, что законных способов остановить подобных нарушителей у них пока нет. Полицейские с нетерпением ждут изменений в административном кодексе, которые значительно ужесточат наказание для дорожных беспредельщиков. Андрей Григорьев, телевизионная служба новостей.